Новогоднее чудо. Безработный из Усть-Катава получил в подарок жилищную лотерею и выиграл. Теперь он обладатель квартиры в Москве. Ее стоимость несколько миллионов рублей. Молодой человек считает, что стать победителем просто. Главное – угадать цифры. В его семье в тот день в лото играли все. Чисто случайно он заказал. Брат привез как подарки на Новый год. Каждому по 2 билета. Поставили циферки. И все, после Нового года сказал то, что выигрышно. Я не поверил. Он позвонил в Москву, дал мой номер. С Москвы позвонили, потом только я поверил. Алексей – азартный игрок в лотерею. Билеты заказывает знакомым в разных городах. Считает, что так больше шансов выиграть. В этот раз заплатил за билеты на 50 рублей. А выиграл квартиру в столице стоимостью в несколько миллионов. Сейчас билет находится на экспертизе в Москве. После этого 27-летний усть-катавец решит, взять ли ему выигрыш деньгами или квартирой. Жить в Москве Алексей не намерен. Сейчас он безработный и подумывает организовать на деньги от выигрыша небольшой бизнес в родном городе. К тому же к нему вернулась девушка, с которой он был в ссоре.